Авторские песни и кавер-версии известных хитов прозвучат на ярком музыкальном событии ноября – сольном концерте Екатерины Мароходовой «Все равно весна». Молодая талантливая певица, композитор, солистка Щелковского эстрадно-духового оркестра выступит на сцене театрально-концертного центра «Щелковский театр» и с помощью музыки перенесет зрителей из осенних будней в атмосферу весны, любви и хорошего настроения. Екатерина всю жизнь посвятила музыке, закончила вокальный факультет музыкального искусства эстрады, эстрадно-джазовое пение Московского гуманитарного университета. Сейчас работает и развивается в городском округе Щелково. Я живу в Лосино-Петровском, но очень часто приезжаю в Щелково, также работаю в Щелково и, конечно же, вижу много перспектив для реализации своего творчества именно в городе Щелково. Даже начинающий артист может получить здесь не только площадку для реализации, но и в нашем театре, кстати, проводятся различные мастер-классы по ораторскому искусству, по театральному искусству, поэтому, грубо говоря, здесь даже можно получить такое мини-образование, какие-то знания для того, чтобы применять их потом в своей профессии. Здесь, в театрально-концертном центре «Щелковский театр», Екатерина даст свой второй сольный концерт. Если у артистов сольные концерты, очень часто, а то и всегда на сцене присутствуют живые инструменты и музыканты, потому что это другое немножко видение, плюс с музыкантами всегда можно исполнить что-то по-другому. То есть это украшает песню, украшает сам концерт. И в своем концерте тоже я дала предпочтение живым инструментам, музыкантам. Насладиться живым исполнением, окунуться в атмосферу весны и познакомиться с молодой талантливой певицей вы сможете 17 и 18 ноября в 19 часов. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.